Здорово, пацаны! Вообще трэш! Настолько камер повылазило, и я просто еду, угораю, блин. Вообще показываем свой палец, которым я ремонтирую автомобили. Нет, это не серьезно, конечно. Это я так шучу, ребят. Ну, хотя они потом посмотрят, привет хотя бы, кто-то передает. А то все едут как бы просто показывают свои номера, а я замет своих номеров показываю. Fuck you! Да? YouTube не забанит меня после таких слов. А то всякое может быть сейчас, хрен его знает. Сегодня, пацаны, 33, плюс 33 градуса. Вы бы знали, каково это прям терпеть, когда ты стоишь, вот, когда ты идешь, когда ты на мотике катишь вообще по кайфу. Вот. Так-то, конечно, по кайфу, блин, температура вообще топчик. Еду, пацаны, короче, за запчастями на машину. Вот здесь нужно быть осторожненько. Нихера здесь, вы чё, ребята, вы чё мусорите, ёптик-моптик. Сегодня еще ветрище под колесо попадет и размотаешься. Вообще трешняк. Поэтому, ребята, нужно кидать свой взгляд вот дальше, чем фура везет что-то, да, в прицепе. А, короче, едет 9.9. А, это девятка, я ее обгоняю. И вот, короче, где газель, там едет оранжевый КамАЗ. Вот прям до самого КамАЗа нужно кидать взгляд. Как можно дальше. Ну и в то же время нужно посматривать на дорожное покрытие, чтобы не угодить в яму. А на спидометр вообще кидать взгляд, как бы, ну не нужно, да? Помимо датчика уровня топлива. Три градуса движок, на улице 33, вообще прям жесть. Не, ну так-то тепло, ребят, тепло, даже можно сказать жарко, очень даже, блин. Здесь у нас срезали асфальт, так его не сделали. Короче, всем пофигу. Вот. Но как бы все равно он поровнее стал, чем был. Все по кайфу, по идее, да? А, так это они эти, отбойник ремонтируют, охренеть. Вы бы, ребята, лучше бы дорожное полотно бы ремонтировали. Фига себе, мужичок, футболочки. Ой, футболочки, без футболочки. Блин, надо поставить датчик передач. Удобная штука. Постоянно седьмую скорость ищу. Не, ребят, давайте будем ездить осторожно. Как бы он видит то, что я сзади еду, да, и что-то пытается мне уступить. Но нет, ребята, давайте не будем идти на такие, как бы, движения. Потому что мы осознаем, как бы, вот эти вот границы риска. Вообще, стоит оно того или не стоит. Тем более там камеры, тем более он будет сейчас снижать скорость. Это что за тачка? Mercedes, Hyundai? Hyundai-ка, по-моему, блин. Или Бэха. А, это Мэрин, да, Мэрин. Да, пипец, пацаны. Езда на мотоцикле настолько, как бы, быстрая, да? Настолько мотик динамичный, то что все остальные участники движения, они просто, как бы, вообще... Кажется, то, что они едут вообще очень медленно, прям как черепахи ползут. Но по факту, когда ты едешь на машине, и вот из-за вот этих всех камер на обочинах ты не можешь ехать быстро. Тем более даже близко к скорости мотоцикла ты не можешь такую развить. Ну, интересно, ну, это я имею в виду, кто ездит, как бы, по правилам, да? А тот, кто, как бы, летает, тот летает вообще. Вот, тому, как бы, все равно на эти камеры, штрафы и тому подобное. Перекрестки вообще очень медленно нужно ползти.
Вот женщина сидит за рулем, курит, и она даже не смотрит, она смотрит на сигарету, что там, как там дымок выходит. Давайте аккуратнее будем. И это я вам, ребята, просто рассказываю. Когда даже движение идет просто по трассе, обычная банальная трасса, обычная трасса и ничего. И столько, столько, как говорится, может быть ошибок, столько может быть проблем, даже если ехать просто по обычной трассе. Тем более, как один человек написал комментарий под моим видео. Человек уже в возрасте, по-моему, судя по аватарке, едет он на скутере, да, и то, что вообще скорость до 60 он не воспринимал как вообще как за скорость. И он ехал со скоростью 40 км в час, и что-то, в общем-то, улетел, короче, во враг, вот. Как-то, я не знаю, каким-то образом, ребята, этот комментарий есть там под видео. Улетел, короче, во враг, и теперь он так переломался с такой скоростью маленькой, и вообще просто пересмотрел все. Поэтому в городе 60 край, пацаны. Не от того, что вы пенсионеры, а от того, что вас другие люди не видят. В основном это автомобилисты, они нас не видят. Я даже могу рассказать, за этот сезон я тоже еду на машине. И вот, наверное, случаев, наверное, не знаю, разов 5 у меня было то, что я не заметил мотоциклиста. Ну, вернее, как я его не заметил? Я просто ехал прямо. И он просто справа меня, вжух, как бы справа меня, ну, обошел. Я даже в зеркало не видел его вообще, хотя по зеркалам я смотрю. Поэтому я стараюсь как бы не совершать маневров, когда еду вот прямо. Там вилять и тому подобное. 16 регион, это Казань. Да, пацаны, в Казани вообще трэш, что произошло. Двое дегенератов вообще ворвались в школу в этих в халатах, в таких, в черных. Знаете, да, вот как, ну, в играх такие вот там есть. Вообще жарище, блин, просто жесткая такая жара. Трэшевая. Также, друзья, не забываем то, что могут быть как бы это, ну, к вам могут подбежать, пока вы стоите, гайцы, там еще кто-то, пепсы. У нас как бы такое есть, и вот поэтому нужно как бы это, ну, поглядываться по сторонам. Да, ребята, мотор греется вообще быстро. Вот один светофор и уже 100 градусов. Вообще трешняк. Ну, литруха, ребята, греется, да, греется. Поэтому нужно быть все время как бы в движении, блин. Вот чувачок с музыкой на гранте. О чем они думают вообще вот? Ну, хотя просто такой стиль езды, да, наверное. На газельках также едут под 70. Вы че, блин? Вообще трэш. Ну, хотя жара, все торопятся. Да мне по кайфу, ребят, я вот еду полтос 60. О, на квадрике даже, чувак, нифига, ребята. Ну, вообще лютые, люто выгоняете. Вообще я прям... В случае чего кто-то тебя не увидит или резко тормознет. Просто не успеешь как бы оттормозиться вот порой. Иной раз может и такое возникнуть. Видим, да? Не успел проехать. Вот и все, что... Как бы вот оно, 93 градуса уже, до сотки еще нормально, там уже надо по-любому начинать движение, вот. Хотя вентиляторы тоже спасают, у меня их два стоит. Ну, что-то не хочется, ребят, кипятить движок, если честно. Вот мне надо налево, конечно, блин, по идее бы. 106, охереть, как он, блин, как вот в ноги вжарил, нормально так мне. Жарю в ноги. Спасибо, что уступил. Или просто так получилось. Но все равно спасибо, мужик. Обычно кто недовольный, тебя начинает сигналить. Опа, девушки, что, кататься поедем? Что-то они какие-то недовольные. Хмурые. Блин, ребята, что с вами? Давайте будем на позитиве, блин.
давайте будем как бы, блин, жизнерадостные, да, вот как Санек был в Диабло. Вот, Кипаса, блин, да? Пацаны, Кипаса ведь, Кипаса. Жизнерадостный человек. Все 99, 90, не знаю, 95% все какие-то такие приунывые, какие-то с грустными рожами, извиняюсь за выражение. Что такое, вот Санек, вот что бы ни было у него, он все время улыбался, блин. Ну реально, пацаны. Так, смотрим сразу. Кис, 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 ты котик мой, котик. Вообще трэш, вот это жара. Я, пацаны, вообще прям вот реально сейчас приду, блин, приеду, блин. Оболюсь водичкой, блин, холодненькой. Вот это жара, вот это трэш. Вот это трэш. Вот здесь я забираю запчасти.